Диван мы сделали. Но знаете, вот такие вот уютные домашние вечера, они просто немыслимы без бутылки шампанского или хорошего вина. Ну а куда его ставить? Некуда. Поэтому мы решили сделать подставку для вина или для шампанского и для фужера. Мы возьмем вот такую доску и для начала чертим окружность, соответствующую бутылке шампанского. Рядом вырисовываю место крепления для отверстия для установки фужеров. Я не люблю острых углов прямоугольных, поэтому делаю все полукругом. То же самое делаю с другой стороны, придавая такую Г-образную форму. Из отрезка бруска с помощью рубанка делаем цилиндр. Из цилиндра при помощи пилы отрезаем 4 диска. Обрабатываем диски рубанком. Размечаем в центре каждого диска отверстие. Края дисков обрабатываем фрезером. При помощи фрезера выпиливаем подлокотники и отверстия под фужеры и бутылки. Все детали окрашены. Начинаем сборку. Размечаем отверстия для крепления подлокотников. Сверлим отверстия для крепления подлокотников. Сделанные отверстия забиваем штифты. На штифты одеваем диски. Крепим подлокотники с помощью саморезов. Thank you.
Отличный коленкор. О, красота. Ну, здорово же. Я теперь думаю, что надо еще сделать отверстие для очков и для телефона. И еще провести сюда электричество, чтобы подзаряжалось. Прямо красота. А теперь подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, ставьте лайк, а подробное описание рецепта вы найдете, как всегда, внизу под видео. С вами была Стрепуха, до новых встреч, впереди еще много рецептов и сумасшедших идей. Смотрите меня и оставайтесь со мной. Ох, красота!